Если очень захотеть, можно в космос полететь или найти настоящий клад. Сейчас расскажу, как и где. Именитые бонстики снова в деле и дарят уникальную возможность принять участие в большом розыгрыше. На кону 100 ценных призов. Игровые приставки, ноутбуки, смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники. А на официальных страницах Евроопт в социальных сетях крутые боксы ждут своих обладателей. Сделать шаг навстречу сюрпризам проще простого. С 26 августа по 14 сентября надо покупать монеты из коллекции «Сокровища бонстиков». В коллекции есть одна монета, особенная, с кристаллом. Монета Бон. Именно она твой шанс выиграть приз. Вместе с этой монетой ты найдешь вкладыш с уникальным Бон-кодом. До 10.00 15 сентября нужно зарегистрировать Бон-код в личном кабинете на сайте e-account.by или в мобильном приложении E+, получив игровой код. Важно ввести свои персональные данные, дать согласие на их обработку и подтвердить согласие на участие в рекламной игре. Вкладыш стоит сохранить. В случае выигрыша он может понадобиться. Дети собирают их, играют. Ну, им нравится очень. Желательно побольше таких акций. Ребенку нравится. Мы собираем, покупаем постоянно, делаем покупки, покупаем бонусики дополнительно. Журнал купили новые. Да вообще крутая игра. У меня сын играет постоянно. Забираем коллекцию, ребятам нравится. Это уже не первая наша коллекция бонстиков. У нас были фрукты, зверюшки были очень много. Это уже четвертая наша коллекция. Дети очень счастливы, очень рады. Играем, верим в удачу и надеемся выиграть. Вообще, Европа большие молодцы, мне очень понравилось. Всего в коллекции 25 монет-проводников в мир знаний о космосе. Акционная стоимость монеты 49 копеек при сумме чека от 20 рублей. С картой E+ есть возможность взять сразу две. Приобретать монеты по 49 копеек можно и за покупку специальных бон-товаров. Полная цена блестяшек – 1 рубль. Просто космос. Хранить коллекцию сокровищ можно в специальном альбоме. В качестве бонуса здесь настольная игра-ходилка. А для так называемых повторок есть монетница, чтобы заветные блестяшки всегда были под рукой. Космические атрибуты уже в продаже. Самое время отправиться навстречу приключениям. Звездная дата. Розыгрыш призов пройдет 18 сентября в 11.00. Будут разыграны 50 наушников JBL, 30 умных колонок Яндекс.Станция Мини, 10 смартфонов Redmi Note 12, 5 ноутбуков Lenovo IdeaPad 1 и 5 игровых приставок Sony PlayStation 5. Все подробности и новости акции, а также условия рекламной игры на сайте Bonstics Europe.by. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.